Всем привет, с вами Астрема. Мы продолжаем играть в первого Ведьмака. И чтобы не тратить время, я сразу же добежал до преподобного и попутно пособирал травки. Потому что ласточка у меня закончилась. В начале игры мне сказали, что алхимия очень важна для выживания. Ну и к тому же, кошку-то надо сделать. А то действительно, без кошки, может быть, играть трудновато. Вот, и Альвин. А что Альвин здесь делает рядом с этим мудаком? Ты что здесь делаешь? Теперь за мной присматривает преподобный. Как ты сюда попал, парень? Преподобный вырвал меня из когтей ведьмы. Когтей? Да. Я не совсем понимаю, что это значит, но так он сам говорит. И как тебе здесь живется? Неплохо. Это мой шанс стать приличным человеком. Понятно. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, парень. Что за нахер? Что эта тварь придумала и что он опять тут творит? Я не понял. Говори быстро! Так. Чудищ, преследовавших Ода и Харена, больше нет. Для Микулы я очистил склеп от гулей. Должен признать, я впечатлен. Может быть, тебе удастся одолеть и саламандр. Чтобы одолеть их, мне нужно сначала узнать, где они прячутся. Я не скажу тебе ничего, пока ты не справишься со зверем, ведьмак. Таково мое условие. Я сделал все, о чем ты просил. Где находится логово саламандр? Ты прибыл вовремя. Иди в трактир. Там обустроились несколько бандитов из саламандр. Они прячутся в старом доме трактирщика. У Олафа будет ключ. И ведьмак. Да? Ничего. Да осветит твою душу вечный огонь. Лучше пусть все сидят по домам. Я не хочу, чтобы пострадали случайные прохожие. Так, стой. Говори быстро! Мы не закончили. Я хочу войти в город, но мне понадобится пропуск. Знаешь что-нибудь про такой, преподобный? Такие пропуска только у рыцарей ордена. Но как капеллан Вечного Огня, я получил один такой на хранение. Могу я его получить? Ты? Чужак? Бродяга? Ты с ума сошел? Вот мразь, а. Говори быстро! Так, ты что с Абигайлой-то сделал? Я вижу, ты приютил Альвина. Клянусь вечным огнем! Это был мой долг! Неужели я мог допустить, чтобы мальчика растлила ведьма? Я полагаю, нет. Когда дни мои будут окончены, людям будет нужен новый духовный наставник. А ты станешь ему добрым учителем. Хотя бы раз в твоей жизни, но ты прав. Это был сарказм, придурок. Так, смотрим, что мы должны сделать дальше. Я должен идти к убежищу Саламандр в одном из заброшенных домов. Так, а где его найти? Так, ладно. В таверне мы найдем там кого-то и с ними поговорим. Так, ну я же вроде бы включил отслеживание или наоборот выключил. А, выключил. Ну что ж, пойдем к таверне, попутно еще пособираем травку и найдем костер и попробуем все-таки приготовить ласточку и что-нибудь еще, может быть. Например, кошку. Или еще чего. Просто интересно, как здесь работает алхимия. Ну, хотя я примерно догадываюсь, но... Не проверишь, не узнаешь. Огонь-то горит на наших часовенках, которые мы зажгли. Жаль только, это бесполезно. Так, где костер поблизости найти? Я уже хочу опробовать свои познания в алхимии.
Не отравиться бы только. Может получиться так, что у химик из меня точно такой же, как и пор в реале. А вот и костер. Так, сейчас мы попробуем. Так, смотрим. Смотрим. Где наши рецепты? Вот, для ласточки. Один купорос, два рябиса, один эфир. Так, купорос, два рябиса, один эфир. Хорошо. Так, садимся мы к костру. Да. Так, тихо тут. Так, алхимия. Ласточка. А, ну в принципе оно все стало само по себе. Так, хорошо. Ласточку мы скрафтили, да? Да, отлично. Вот, да, все супер. Ласточка у нас крафтится. А где, все, что ли? Больше ничего я скрафтить не могу. Окошку. Так, два квебрита. Что за квебрит? Где? А, ну вот же он. Так, а почему нельзя? Ребес есть? Нету. Есть. И эти штуки тоже есть. Почему я не могу кошку скрафтить? Так, ладно, попробуем с новым заходом. Так, главное, что ласточка получилась. Еще не отравиться бы ей. Так, алхимия. Вот я кошку не могу. А, требуется лучшая алхимическая база? Ясненько. И что это значит, простите? Какая лучшая алхимическая база? Ладно. Так, неопытный ведьмак 7 уровня. Чтобы перепивать всяких ребят нехороших, нам понадобится невосприимчивость к алкоголю. Так, дальше. Игний. Я бы прокачал игний. Так. Повреждение плюс 10% от игния. И, наверное, арт бы тоже стоило прокачать. Так. Что бы нам выбрать? Мощность знака плюс 25%. Ну все. Наверное, сделаем вот так. Потому что ждут-то нас саламандры, надо бы знаки прокачать. Ну и три ласточки, наверное, должно хватить на все это дело. Да. Да. Так, где-то рядышком уже трактир. А трактирщик нас не особо любит. Отдаст ли он мне ключик от своего дома? Или ему придется по голове настучать? Так, сейчас и посмотрим. Хотя добровольно вряд ли. Нет, оставь меня в покое. У, голубка наша, проворкуй нам другую песенку. Убери от меня руки, болван. Да, она храбрая, это здорово. А давай сделаем то же, что и с Микулой.
Помнишь его девочку, Ильзу? Отличная была, но верещала-то как, а? А это кто? Ты тоже новенький? Он тебе, небось, тоже сказал ждать здесь. Ну, давай развлечемся с этой цыпочкой, пока начальник за нами не прислал кого. Так уж вышло, что эта дама под моей защитой. Поэтому никто из вас не тронет ее. Вот, значит, как. Мы решили повеселиться, и никто нас не остановит. Даже так? Надо было бежать, пока была возможность. Вот кто девушку Микулы-то убил, оказывается. Так, блин, групповой стиль, покатит, не покатит, ну-ка. Так, катит, но слабо. Ты пожалеешь! Ах ты, ублюдок! Причем очень слабо. Ну, хотя нет, наверное, за спиной там кого-то тоже дамажит неплохо. Да, хорошо работает групповой стиль-то. Убью, как собаку. Хотя против этого нужен был, наверное, силовой. Так, не против, ребята, если я ласточки выпью немножко? Будем надеяться, нет. Как собаку он меня убивать собрался. Надо было бежать, пока была возможность. Это мои слова. Так, ну и последний. Так, нет, так неинтересно. Пожалуй, вот так. Ну и... Геральт, ты появился как раз вовремя. Ты в порядке? Теперь да. Они застали меня врасплох, и я не успела убежать, как остальные. Они убили трактирщика. Больше они уже никому не повредят. У тебя быстрый меч. Я отправляюсь в Вызиму, надеюсь, мы встретимся там снова. Давай я тебя провожу. Эти дороги опасны. Не беспокойся обо мне, когда саламандры бегают на воле. Я подожду тебя здесь. И когда ты надерешь им задницы, добавь еще разок покрепче за меня. Конечно. Я вернусь за тобой, Шани. Я буду здесь. Корчмарь. Надо проверить, что в карманах. Ну а что в карманах? В карманах будет ключ. Ключ от его дома. Где эти ребята сейчас и живут. Я так понимаю. Но, блин, я ему тут на хранение, помнится, оставлял кое-какие штуки. Интересно, все ли с ними в порядке. Так, мертвый трактирщик. Да, вот и ключик. Так, ну все, ключ нашли. Так, все, в принципе. Я нашел ключ от логова Саламандры. Я должен пойти туда и найти предводителя бандитов. Возможно, у него есть информация об украденных секретах. Шаня обещала подождать меня в таверне. Ну все, идем на разборки. Так, далеко ли нам бежать? До их логова. Да нет, не особо. Попутно будем травку собирать, наверное. Потому что понял я, что это дело явно хорошее. И уж точно не повредит. Главное... Нет, не в ту сторону. Главное в правильном направлении бежать. Да, девушку Микулы, конечно, жалко. С ним бы поговорить теперь, рассказать ему, что как, почем и почему, что с ней случилось-то. Так, ну-ка, что у нас в этом заброшенном доме?
Так, селитра пригодится. А то он, бедняга, там ведьму какую-то обвиняет, старую. На самом деле сначала случилось вот чего, и возможно она потом сама пошла туда и отравилась. Скорее всего, так оно и было. Надо бы отомстить. Так, все, пришли. И, наверное, здесь мы сохраним игру. Чтобы не было никаких неприятных ситуаций. Эй, друг! А дань кто будет платить? Какую дань? Грег, слыхал? Он говорит, какую дань? Да детей же, идиотина. Дайте мне пройти. Ну уж нет. Плати дань, тогда пройдешь. В таком случае поговорим иначе. Я тебя убью. Попробуй. А я на это посмотрю. Так, вот только почему-то знаки я использовать не могу. Никто мне не расскажет, почему. Ты труп. Несомненно. А, вот. Черт, его сначала выбрать надо было. Так, ну все, пошел. Так, один готов. А тебя не учили не бить меня, пока я занят не тобой. Так, постой. Недолго тебе осталось. Умри, дерьмоед! Блин. Чё-то не зашло. Совсем не зашло. Так, всё. А в доме, интересно, там будет не сильно тесно. Для Махача. Так, ну что? Они должны быть здесь, судя по всему. Убежище. Ох ты ж! Мать вашу! Чёрт. Ну... Так, так, так. Вот здесь. Умри, свинья! Нужно было выпить хрень, которая энергию восстанавливает. Точно. Надо что-то сделать. Не подумал. Ой, не подумал. Ну ничего, я думаю. К концу серии, по крайней мере, я справлюсь. Должен. Так. Ну, это мы слышали. Эй, как... Ну, ты труп. Так, это мы слышали. Так, знаки. Все, в принципе, готово. Так, не зашло, не зашло. Ну, Геральт, мать твою. Добивать-то кто будет? Так, где бутылочка с водой? Так, не бесите, не бесите меня. Так, ну что? Умри, дерьмоед! Да чтоб вас... Ну, блин.
Первый раз что-то лучше заходило, если честно. Вот, ну. Ты дроп. Чего ж ты добивать-то их не хочешь, Геральт? Что с тобой не так? Ну? Давай. Блин. Все, это мой шанс. Есть. Умри, дерьмоед! Так, вот это бесит, ужасно бесит. Когда ты кого-то добиваешь, тебя стоят и в спину просто тычут. Не люблю я это. Ай. Так, ну ты выходи оттуда. Наверное. Так, ну тут хорошо как-то зашло. И на этом все-таки, наверное, эту серию закончу. Нужно подготовиться как следует к бою с саламандрами. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.